В Приртыще продолжается активная работа по борьбе с паводками. Задействованы все службы региона. Силами и средствами ДЧС Павлодарской области совместно с местными исполнительными органами продолжаются противопаводковые мероприятия. На контроле по региону находится 6 участков автомобильных дорог. Из них 4 участка республиканского и 2 участка районного значения. 21 противопаводковых участков в населенных пунктах на контроле. Павлодар, Аксу, Майский, Успенский, Павлодарский, Щербатинский, Актагайский и Иртышский районы. При этом на 11 участках уже завершены работы. Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействовано 114 человек, 50 единиц техники и 8 мотопомп. Это силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов, дорожной службы и департамента полиции. За сутки откачано более 30 тысяч кубометров талых вод, вывезено 420 тонн снега. Уложено 1417 мешков с инертным материалом. Работа ведется в круглосуточном режиме. Сотрудниками ДЧС и местными исполнительными органами проводится круглосуточный мониторинг населенных пунктов, в том числе и с помощью дронов. Мурат Билмажит, и это Сакпарат.